Всем здорово, ребят! В сегодняшнем видео у нас небольшая распаковка небольшой посылки, но очень полезной. Это беспроводная зарядка с аж 5 катушками. Это значит, что вы сможете заряжать 2 смартфона одновременно. Купив катушку, вам также нужно будет купить, так советует производитель, блок для зарядки. Потому что именно с этой зарядки производитель советует пользоваться этой беспроводной зарядкой. Но, конечно же, можно подобрать любой другой кубик. То есть вам не обязательно покупать именно такой же кубик. Говорю сразу, что если вам нужен прям детальный разбор, сколько ватт, сколько вольт, сколько ампер, как он заряжает, насколько быстро, какие смартфоны заряжаются быстрее, Samsung или iPhone с этой зарядкой и так далее, всеми этими подробностями заморочился мой коллега Алексей Игнатьев. Ссылку на его видеообзор, где он это все детально разбирает, я оставлю в описании под видео. В его обзоре он не показал, как выглядит упаковка, что там внутри есть, какой комплект идет и так далее. Поэтому в этом видео я решил вам показать распаковку. А если вам нужен будет детальный прям разбор, то вы можете досмотреть его видео. То есть половина на моем канале вы посмотрите, половина на его канале. Короче, как-то вот так. Упаковка выглядит очень красиво. Тут придраться не к чему. Есть штрих-код, сканировав который, вы сможете узнать оригинальность продукта. То есть это копия или это оригинал. Также там будет показываться, сколько раз уже пробивали этот штрих-код. А его до вас никто не должен пробивать. Если там уже один или два, значит этот продукт не оригинальный. То есть компания дает понять, что это не абы что какое-то китайское, а действительно годная компания. Делая красивую упаковку, хороший комплект, качественный продукт, компания хочет выделиться на фоне других брендов. И это, конечно же, очень хорошо. В Китае очень много разных компаний, очень много конкурентов, и все стараются быть лучше и круче других. Соответственно, все стараются делать качественные продукты и по меньшей цене. А это все нам на руки. Распакуем сперва блок питания. Характеристики вы сейчас видите на своих экранах. Гарантия у нас 18 месяцев. Но если вы купили с AliExpress, то, конечно же, о гарантии вы можете забыть. Итак, что у нас идет в коробке? У нас идет сам блок. Qualcomm Quick Charger 3.0. Идет качественный USB Type-C кабель. Ну и мануал, как пользоваться этим блок питания. До распаковки я уже тестировал этот блок и скажу, что он действительно очень качественный. А самое главное, зарядка у нас быстрая. Итак, перейдем к самому интересному. Это у нас беспроводная зарядка с 5 катушками. Давайте начнем распаковку. Вот так выглядит поверхность этой беспроводной зарядки. Логотип компании прямо посередине. Итак, в комплекте, как всегда, мануал. Ну и сама беспроводная зарядка, а также USB Type-C кабель. Первое, что бросается в глаза, это то, что беспроводная зарядка очень и очень тонкая. Толщину можно сравнить даже с некоторыми смартфонами. Мне это очень понравилось. Также вы можете видеть ножки, чтобы на столе не скользил никуда. А также отверстие для вентиляции. Да-да-да, вы что думали? Чтобы зарядка наша не нагревалась. Вот, собственно, и все. Никаких дополнительных подарков вы не ожидаете при покупке беспроводной зарядки или блока для зарядки. Здесь, как говорится, все по стандарту, все очень красиво, качественно. Компания Choitec молодцы, постарались. Ну и, конечно же, все ссылки на эти продукты будут в описании под этим видео. Еще раз повторюсь, что если вам нужен детальный обзор, то ссылочки в описании на видео моего коллеги. Переходим и смотрим. Всем спасибо за просмотр этой распаковки. Пока-пока, до скорой встречи.